Ртуть. Настоящее имя Пьетро Максимов. Он мутант и брат-близнец Алой Ведьмы. Ртуть обладает сверхъестественной способностью передвигаться с запредельными скоростями. Так давайте же вспомним все победы и поражения этого супергероя, который появлялся как в Людях Икс, там его зовут Питер, так и в киновселенной Марвел. В фильме «Люди Икс. Дни минувшего будущего» ртуть, роль которого исполняет Эван Питерс, помогает Росомахе и профессору Ксавьеру освободить Магнита из тюрьмы, для чего использует свою суперскорость. Сначала вызволяя Магнита из камеры, Питер разом укладывает с десяток охранников. Через 3 секунды эти двери распахнутся, и 20 охранников начнут в нас стрелять. Что ты делаешь? Придерживаю, чтобы не было травмы шеи. Не с места! Все хорошо, пройдет. Так со всеми бывает. Что ты сделал? За что тебя упрятали? За убийство президента. Далее нам показали в замедленном действии, как ртуть расправляется с еще 11 охранниками. И это, конечно, завораживает. В фильме «Мстители. Эра Альтрона» роль ртути исполняет Аарон Тейлор-Джонсон. Здесь Пьетро вместе с Вандой и Альтроном сходится с Железным Человеком, Капитаном Америка и Соколиным Глазом. В этой схватке акцент сделан на противостояние Пьетро с Кэпом. Будто он сможет жить без драк и войн. Стошнило бы, да конструкции не позволяет. Человеческий мозг беззащитен. То ли дело у всемогущих. Далее ртуть вместе с Вандой присоединяется к Мстителям и участвует в битве в Заковии, где крушит дронов Альтрона. В конце фильма Пьетро жертвует собой, чтобы защитить Соколиного Глаза и ребенка от обстрела Альтрона. Именно так и задумывалось. Все ваши силы против моих. Пожалуй, я несколько погорячился. Что зрение подводит? В фильме «Люди Икс. Апокалипсис» роль ртути вновь повторил Эван Питерс. Прибыв в институт Ксавьера, Питер видит взрывающуюся после визита Апокалипсиса школу и спасает находящихся там учеников с помощью суперскорости. Записываем это ему в актив как победу над взрывом.
Далее ртуть принимает участие в финальной схватке с Апокалипсисом, который во время битвы ломает Питеру ногу. От смерти его спасает Рейвен в облике Псайлок. С тобой. Нет. Ему нужен я. Ты слабая, как и все остальные. Чарльз! Нет. В фильме «Люди Икс. Темный Феникс» ртуть попытался остановить Джин Грей, однако у него ничего не получилось.